Бельчонок дрожит, сидит, ему страшно. Страшно, но кушать хочется ему. Он очень маленький, но это видно, кстати. К кормушке ему не пробиться никак. Он тут бегал вокруг. Бегал. Я решил, надо... А он, кстати, пытался у меня с ладони есть, его прогнали тоже. Но я его догнал и решил накормить. Потому что такому очень тяжело. Самому как-то питаться. Слишком маленький он еще. Малюсенький совсем. Ну так-то он в хорошей форме, у него вес хороший, мех у него хороший, он шустрый. Там, давай сюда, подальше тебя сейчас. Так-то он в хорошей форме, только дрожит он, ему страшно сейчас. Страшно и непривычно. Скорее всего, он первый раз с ладони ест. На улице дождь идет, не прекращается. Уже сколько? Уже 5 или 6 часов идет дождь. Без всяких окон. Ни на секунду не прекращался. Как он достал этот дождь? Ну, пока этот самый маленький бельчонок, которого я снимал в этом году. Вот этот самый маленький сейчас. Это чего он испугался, интересно? Ну, по-моему, все. А может, и не все. Он где-то наверху сидит. Я не могу камеру поднять, потому что дождь идет, зальет ее сразу. Вроде все, да.